мой видеоблог. Не пали, не пали. А сейчас Елизавета зайдет в раздевалку. Типа, что типа, у меня нету... Вот это сумасшедшая. Сумасшедшая сбежала из психушки. Она бегает и на всех кричит. Посмотрите, это все. Это она. Еще у нас есть татарчонок. Она родом из Татарии, город Казань. Татарстан. Скажите что-нибудь. Следующий лот у нас именинница сегодняшнего дня. Вышла сегодня и порвала весь фланг. Яна Шолгина. Поздравляем ее с днем рождения. 20 лет, ума нет. Пошли дальше. Идем. Кто у нас тут следующий? Следующий у нас Челси. У нее мозоли на ногах, у нее болит пяточка, у нее бурсит. Она играет и выкладывается. Бурса. Она играет и выкладывается на полную. Это Татьяна Данилочкина. Она не играет нигде, но в Чертаново она неплоха. Это Вася. Он снимает все наши интересные моменты. Вот такой вот. Следующий лот. Неповторимая. Женщина нелегкая, потому что она играет в матче на ноль. Единичка Диана Пономарева. На сегодня наш влог, я думаю, закончен. Я могу еще снять только Валю. Валентина, мое любимое имя, мою маму так зовут. Валя, Валя, прекрасный человек. Красивый, смотри какой. Вот, Валя, крутые бутсы. И последний лот, самая медийная личность в нашей команде, самая низкорослая, самая странная.